В своем первом матче в 2024 году Аталанта дома принимала Сассуоло в рамках 1/8 Кубка Италии. Алексей Миранчук вышел в старте и провел, возможно, лучшую игру в своей карьере. В середине первого тайма Алексей сделал заброс штрафную на Пашалича, тот скинул головой на Дека Теларе, и бельгиец забил первый мяч в этой встрече. Во втором тайме уже у Алексея был шанс забить, но он попал в перекладину. Через несколько минут Пашалич простреливает штрафную, Миранчук элегантно оставляет мяч Дека Теларе, и тот оформляет дубль. Менее чем через 10 минут уже Дека Теларе ассистирует Миранчуку, а Алексей, в свою очередь, уверенно кладет мяч в дальний от себя угол. В итоге у Алексея в этом матче гол плюс ассист и ключевой пас в штрафную, который привел к голу. Он получил максимально возможную оценку от SofaScore 9,9, превзойдя даже автора двух мячей Чарльза Дека Теларе. Не забудь подписаться и оставить комментарий, если тебе нравится подобный контент.